Киеве продолжают удивлять своими абсурдными заявлениями. Так, руководитель службы по вопросам информационной безопасности СНБО Валентин Петров сообщил, что Россия якобы может использовать сервисы Яндекс для планирования наступления на Украину. Сервисы Яндекса, например, пробки карты «Навигатор». Это же в режиме онлайн получаемая информация о состоянии путей, пропускной способности и загруженности всех дорог на территории Украины. Между тем, секретарь все того же Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов заявил, что не все так гладко и с социальной сетью Facebook. Те же самые социальные мережи, такие как Facebook, работают... Такие социальные сети, как Facebook, работают по прозрачным правилам, и эти правила понятны. Там также есть российские спецслужбы, которые создают фиктивные аккаунты, бросают рельсовую или какую-то провокационную информацию. Фейковую информацию, какую-то провокационную информацию. По всей видимости, киевская власть окончательно теряет скудные остатки разума. Такими темпами незалежная, всячески пытаясь отгородиться от России, начнет придумывать новый свой собственный интернет.